Готовим кролика. Для начала промываем и просушиваем кролика. Убираем в сторону и готовим маринад. Для маринада нам нужно цедра апельсина и сок апельсина, растительное масло, соль, паприка, чеснок и смесь перцев. Все это добавляем сюда. Наш маринад готов. Хорошо смазываем кролика. Делаем массаж. Смазали, оставляем мариноваться на 5 часов. Апельсин нарезаем дольками и выкладываем на противень. На апельсин кладем мясо. Мясо накрываем фольгой. Отправляем в разогретую духовку запекаться при температуре 180 градусов, минут 40. Маринуем грибы. Добавляем все те же самые специи, которые добавили к мясу. Перемешиваем. Достаем мясо, убираем фольгу. Добавляем грибы. И отправляем в духовку еще на 40 минут.
Наш кролик готов. Сервируем и подаем к столу. Вот такое блюдо у нас получилось. Желаю всем приятного аппетита и до новых встреч!